Насыщенная программа выставки, конструктивный диалог и обмен опытом будут способствовать продвижению лучших российских достижений в науке и технике для оперативного решения ключевых задач устойчивого развития нашей страны. Об этом написала в приветственном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В нем она обратилась к участникам 25-й международной выставки по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами, рециклингу и экологии. Мероприятие открылось в Подмосковье. Как говорят организаторы, главная задача сегодня – решить проблемы обращения с различными видами отходов, быть в курсе новинок законодательства, повысить эффективность производства, сократить издержки и обеспечить стабильность и экологическую безопасность российских предприятий. Ну а подробности нам расскажет сейчас один из участников выставки, сопредседатель экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашид Исмаилов. Рашид Айдынович, рады вас приветствовать. Взаимно. Всех привет всем, коллеги. В этом году в нашей стране завершается национальный проект «Экология», и на смену ему придет новый проект. Он называется «Экологическое благополучие». В чем принципиальная разница? Светлана, я бы не говорил про принципиальную разницу, я бы употребил другие категории. Преемственность, вот это ключевое. Все наработанные, все мероприятия, эффекты и ошибки тоже, все, что наработано за эти годы, все переходит у нас в следующий горизонт планирования до 30-го года. И мы уже понимаем, какие мероприятия эффективны, как правильно, как с наибольшим результатом реализовывать те или иные задачи природоохранные. В принципе, идет последовательная работа. Курс президента на такую диктатуру природоохранного законодательства, она сохраняется, и поэтому преемственность – это самое главное. Угу. Но все-таки будут ли какие-то новые направления в новом нацпроекте? Опять же, я бы не назвал их новыми. Мы продолжаем реализовывать природоохранную политику по ключевым блокам. И в новом национальном проекте «Экологическое благополучие» все эти блоки сохранены. Отходы, вода, воздух, сохранение биоразнообразия. Я бы обратил внимание на подход. Мы масштабируем мероприятие, масштабируем с точки зрения и задач, и географии, например, распространения. Если раньше у нас вода и мероприятия, связанные с водой, они были сконцентрированы на Волге, на Байкале, то теперь у нас новый проект «Вода России». Практически вся территория Российской Федерации. Экономика замкнутого цикла – тоже абсолютно новый подход. И он гораздо глубже, чем просто реформа чистоты. Потому что мы уже говорим о вовлечении материалов в хозяйственный оборот. Это гораздо серьезнее тема, гораздо глубже. И, кстати говоря, с новыми амбициозными целевыми показателями, которые заложены в указе президента, и они же отражены в новом нацпроекте. На выставке, где вы сейчас находитесь, судя по открытой информации, принимают участие свыше 100 компаний из России, Белоруссии, Китая, Турции. Какие технологии представлены и насколько, на ваш взгляд, отечественное оборудование конкурентоспособно на рынке? Ну вот в вашем вопросе ключевое – это конкурентоспособность. Действительно, мы вышли на тот уровень, когда мы обеспечиваем и природоохранный суверенитет, и обеспечиваем технологический суверенитет. Выставка это доказала. Очень много и оборудования нашего, отечественного, российского, по качеству, не уступающему тем европейским образцам, аналогам, которые у нас были на рынке. У нас тут и появились решения, связанные с оптической сортировкой отходов, с автоматическими линиями по сортировке, переработке отходов. У нас новые мусоровозы, машины, которые теперь производятся полностью, 100% производятся в Российской Федерации. У нас появились цифровые решения, тоже наш софт российский, отечественный и программное обеспечение, которое мы делаем теперь сами. Это все, что связано с управлением отходами, с заводами, которые у нас в Российской Федерации строятся и должны строиться. Напомню,
Президент обозначал, что у нас до 30-го года должны быть построены еще 400 заводов по сортировке и переработке твердокоммунальных отходов. Это большой вызов, амбициозная задача для всех, и для федерального уровня власти, для регионов, для бизнеса тоже. Инвесторы сегодня очень активно и охотно идут в эту отрасль, потому что она привлекательна с точки зрения бизнес-модели. А существует ли сегодня кадровая проблема в экологической отрасли? Достаточно ли у нас специалистов, чтобы решить поставленные в новом нацпроекте экологическое благополучие задачи? Да, спасибо большое. Один из чувствительных вопросов. Кадровое обеспечение действительно есть такая проблема с кадровым обеспечением, но она касается высокоинтеллектуальных уже сфер и с тем, что мы переходим на высокотехнологическое развитие. Вот кадры уже должны быть совершенно другого уровня подготовки. Экология становится очень сложной темой, и новые заводы, новые производства, даже те цифровые решения, о которых я говорил, здесь они представлены, они требуют совершенно других компетенций, навыков других. Это и высшие школы, и специальная подготовка. Поэтому вот здесь потенциал есть, и его надо, конечно же, реализовывать. Мы тоже выступили с инициативой, такую зеленую кузницу кадров здесь презентуем на выставке. Эта тема актуальна, и она, с ней сегодня мы будем работать. То есть помогают такие площадки выработки новых законодательных инициатив, новых идей? И какие, кстати, в этом плане у вас наработки для обсуждения на экспертном совете в Совете Федерации? Здесь, помимо выставки, конечно же, традиционно очень мощная такая вся деловая программа с обсуждением на самом высоком уровне, потому что вот завтра, например, я модерирую сессию, где будут ведущие игроки отрасли, связанные с образованием и утилизацией отходов. И уже есть темы, которые мы заявили. Я вижу, что они очень хорошо отражаются на уровне работы нашего профильного комитета. Это вопросы, связанные с совершенствованием работы института рекоператоров. Немало накопилось к ним вопросов. Они требуют законодательного обеспечения. Также есть проблемы, связанные с, например, с состоянием контейнерных площадок. Это очень чувствительная тема для регионов, для муниципальных органов власти. И здесь большой запрос у общества, так как я представляю неправительственный сектор, мы с этим тоже столкнулись. Нужно наводить порядок на этих контейнерных площадках. Вот такие темы, ну, они являются острыми. И, конечно же, законодатель на них очень пристально смотрит. И мы знаем, что и Валентина Ивановна, и наш комитет профильный занимается этой повесткой. Мы готовим им экспертные наши позиции. Спасибо, Рашид Айдинович. О целях и задачах открывшейся сегодня в Подмосковье 25-й международной выставки по обращению с отходами мы говорили в прямом эфире с сопредседателем экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашидом Исмаиловым.